скромно, мелкими шагами, чтобы понять, как сделан этот мир. Показал ее старушке маме и пошел на кухню пить кефир. Формула далась ему не сразу. Он к ней шел, как ежик сквозь туман. Целых 20 лет ее заразу вывести пытался Перельман. Грыз гранит, как роет экскаватор. Подбирался к ней издалека. Мучил верный микрокалькулятор марки электроника МК. Формулы частей и скобок много. Синус, тангенс, дельта, интеграл. В формуле была ошибка Бога. Перельман чинить ее не стал. Формулу найти мечтал бы каждый математик мира, но она снилась Менделееву однажды. Только он не понял ни хрена. За нее отдать хоть жизнь, хоть почки обещал Эйнштейн. И он был рад отгадать 3 буквы в нижней строчке, те, что Е равно МЦ квадрат. Формула же всех процессов в мире, чтоб представить мог любой плебей, это где-то 54 метра интегралов и дробей. Если там подставить в логарифмы имя, телефон, объем груди, да еще чего-нибудь для рифмы вынести за скобки позади, сверху GPS-координату, снизу месяц и число и год, то она покажет каждый атом, в смысле, что и где произойдет. Если ж сократить ее безмерно, указав у формулы внутри, чтоб пространство, как у нас, трехмерно, и константа π примерно 3, то для данной примитивной схемы в нашей галактической дыре формула рисует теоремы хоть Ферма и хоть Пуанкаре. Этот-то пустяк по доброй воле Перельман и скинул в интернет, пререкаясь с анонимным троллем в чате matanalyz.net. И пошло, закопошилась пресса, крики «Гений! Бред! Мое! Отдай!» Оказался тролль большой профессор, как считает весь его Китай. И уже наутро Перельману раздались звонки его коллег. Мол, какие творческие планы? Допиши-ка 8 человек в авторы статейки по секрету. Мы ж в науке, не в монастыре. Мы ж все вместе доказали эту, как там говоришь, Пуанкаре? Отключив мобильник от эфира, телефону оборвав шнурок, Перельман собрался за кефиром. Хорошо, что посмотрел в глазок. У него под дверью, прямо в метре, журналисты, поп, какой-то мент, да еще какой-то Виктор Петрик с транспарантом «Выкуплю патент». Да еще налоговый инспектор, и отец Кирилл, и дед Пихто, и студент Раскольников с конспектом и какой-то штукой под пальто. Контактеры, репортеры, дуры, почтальоны с кучей барахла и Каспаров с шахматной фигурой в виде двуголового орла. Все гудели и чего-то ждали. Перельман сказал: «Пойдите вон!» И услышал: «Перельман, вам дали в институте Клея 1 000 000. Миллион и в долларах. Его ведь не засунешь просто так в карман. Мы пришли помочь его освоить, если вы не против, Перельман». «Нам, крестьянам!» – попросил Зюганов. «Нам, ученым!» – возразил студент. «Нам, на-на-на! Нам, на-на-на-на!» – спели под гармошку поп и мент. И какой-то пьяный бомж в халате все хрипел и кашлял. «Гриша, бля, мы ж с тобой учились на физмате. Дай на пиво 2 в 6 рубля. Один, забравшись на ступеньки, громко объявил, как только мог: «Перельман себе оставит деньги, и давай подмигивать в глазок». Перельман глазок заклеил скотчем, тумбочкой подпер входную дверь, сел за стол решителен и точен, размышляя, как же быть теперь. Вынул карандаш обыкновенный, старый калькулятор вынул он и подставил формулу Вселенной и себя, и этот миллион. Показала формула такое, что уже и верится с трудом. Как он с мамой где-то под Москвою начал строить загородный дом. Газ, водопровод, скандалы, крики, взятки, просьбы, штрафы, местный суд. Как ему дебильные таджики самосвалом 2 стены снесут. Как ему сидеть внутри машины, проклиная пробки по Москве. Как враги-коллеги режут шины в купленном для мамы БМВ. Как в ток-шоу «Есть ли Бог и вера» спорят с ним Малахов и Билан. Как он едет
в лагерь Селигера пару лекций спеть под барабан. Как найдут внезапно кражу века и дадут ему условный срок, он же взял без кассового чека миллион, не заплатив налог. А басманный суд накроет муза завести 15 новых дел, мол, читая лекции по вузам, Перельман оттуда тырил мел. И примерно все в таком же роде. Посадили, отобрали дом, а потом по формуле выходит сердце, два инсульта и дурдом. Перельман воскликнул: «Сгиньте, гады! Премия мне ваша не нужна! Есть кефир, и больше мне не надо! Быстро все пошли отсюда на!» Можно хлопать, да.